Джек, Джек, ко мне. Джек, на. Иди сюда. Ко мне. Сюда, сюда. Сюда. Сидеть, 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 сидеть. Джек, не лежать, сказал, сидеть. Сидеть. Сидеть, сидеть. 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 Не лежать, сидеть. Джек, Джек. Да. Молодец. Хороший пес. Хороший, молодец. Хороший. Джек. Джек, смотри на меня. На меня смотри. Джек. Джек. Джек, на меня смотри. На меня смотри. Да. На. Молодец. Хороший пес. Хороший. Скоро большой вырастет. На рыбалку поедет со мной. Да, Джек? Да? Да? Джек. На вкусняшку еще. Молодец. Сегодня снова рыбалочка. Эти пару дней фартило. Вот сейчас вот донку ставлю. Посмотрим, может, сегодня подфартит. Сегодня погода такая карповая. Для обычных людей не погода. Для карпятников погода. Ветер такой юго-западный, сильный западный, юго-западный. С порывами хорошими. Вода мутная. И дождик пошел вот. Дождик пошел, сейчас надо будет дождевик одеть. Потому что промокнулись до нитки, по ходу дела. И по ходу дела, судя по небесам, дождик затяжной будет. Будет долго лить. Нету просвета никакого, вот оттуда идет. Там все, короче, облажное. Обложило полностью все небо. По ходу дела долго дождик будет идти. Это поклевка была вот здесь. Леска ослабла. Что-то клюнуло. Какая-то поклевочка была. Ничего нет, что ли? Поклевка была и холостая. Ага, холостая поклевка. Здесь вот какая-то поклевка есть. Что-то дергается. Карась, наверное, сел. Сейчас камеру вытру. Что-то дергалось. Леска натянутая остается. Ну пусть стоит пока. Не буду вытаскивать. Может, карп подошел. Торопиться не надо сейчас. Дождик льет, набирает обороты. Не знаю, как отсюда выезжать буду. Смогу ли выехать вообще отсюда потом. Посмотрим. Приключение будет, если что. Лопата есть, будем откапываться. Здесь, походу, белый карась сидит. Сидит и молчит. Что-то покрывал так слабо и затих. Да, там карась есть. Так, подсак где далеко нет. Дождик вроде бы чуть успокоился. Сейчас карасика вытащим. Короче, сегодня рыбаки до меня сидели здесь. Пару карпа взяли. Он в сторону поел. Карасик, походу, дело. Смотрим, вылезет сейчас, нет. Есть там карась. Есть карасик. Хороший карась, кстати. Сейчас из-под сака сразу вытащу, чтобы не путаться. Такой хороший карась. Под дождем попался. Засекся за верхнюю губу, но четко. Хорошо, не за край губы, а вот именно возле ноздри прям. Хороший карась такой, грамм. Грамм 400, наверное. Класс. Сейчас вот дождик такой. Ну, он капает. Успокоился, там немножко просвет видно.
посмотрим, может кончится дождик. Не очень комфортно под дождем рыбачить, но можно. Такая погода классная, ветер успокоился. Но сейчас, наверное, еще будет дуть, потому что по прогнозу-то сильный ветер обещали. Да, давай. Карп есть? Ну, явно не карась. Не карась явно. В сторону ведет. Карп, значит, под эту удочку зашел или над ней он? Ладно, подожди, он там. Вон там за удочку зацепился. Карпик. Блин. Есть. А, такой. Да, хороший. За нижнюю губу четко. Он выдержит даже, наверное. Ну, все равно рисковато не буду. Так. А это область. А, у тебя два поводка. Ох. Такой. Интересный. Засечка хорошая. Держи, да? Да, да. Засечка дерзай, хорошая. Дерзай. За нижнюю губу. Ходит, да? Да, есть. Уже какой. До этого два маленьких попались. Вот еще один классный карпик. Так, сейчас здесь распутаться надо тебе. У меня вот карась только что попался. Да? Ну, он сидел там. Только что вот вытащил. Распутался, да? Да, все нормально. А поклевка там у соседа. Бежим к соседу помогать. Так, давай. Идем. А. Ой, в сторону, думал, карпшин. Ну-ка, иди сюда. Есть. Хороший карась, да? Смотри. Ты клевать начал, что ли? Ну. Я просто подсагнул. Куда он денется? Я уже думал, карп у тебя. Давай тогда побольше лови. Раз нет, уж, нет, ну приятно. Раз да? Уж разошелся. Давно не был. Он так клевать начал. Что-то какая-то поклевка, что ли, здесь была. Я в дождевике. Из-за капюшона дождевика вообще плохо слышно. Он как-то в ушах шебуршит, когда ходишь. Колокольчик позвонил. Вот это вроде дергалась удочка. Данка. Может, рыба ходит, леску задевает. Посмотрим. Такой мелкий дождик моросит. Мелкий-мелкий такой дождик. И такой легкий-легкий юго-западный ветерок. Давай, карпуша, где ты? Карпуша должен долбануть сегодня. Ладно, посидим, посмотрим. Ну, ушел. Хороший вроде. Да, хороший. А че этот пенопласт не ушел он? Интересно, не увел пенопласт. А там хороший, смотри. Гнется как, да? Там монстр должен быть, наверное. Идет потихоньку, там хороший. Да, выходит потихоньку, но этот такой, как бревно идет, знаешь, тяжелый. О! Только я его закинул минут 5 назад, наверное. Карася вытащил отсюда. Там хороший. Так, фрикцион расслаблен. Может, с твоим сачком лучше? У тебя покруче сачок. О, хороший карп там. Вообще как бревно, короче, на месте стоит. Потихоньку сейчас подматываю его. Я там еще две дынки не закрепил, блин. Туда пошел, вправо уходит. Вправо уходит. Ты в сапогах, да? Вправо пошел, под удочки, смотри. Так, что мне, под удочками провести его, как думаешь? Нет, он, короче, под них завел. Он приподнял, смотри. Не портит, хороший. Не портит, идет, идет. Ну, идет потихоньку, ну. Не портит, не портит ничего. Давай оттуда это пройду под удочками. Давай, давай. Сейчас под удочками, чтобы слабину не давать, буду подматывать. Чтобы просто боюсь то, что он там в ту сторону куда-то пошел.
подлесками сейчас проведу. Слабину не хочу давать вот так. Так, под ту пошел. Сиди. Да? Балан не уйдет, хорошо сидит. Так, сейчас подожди. Давай. Тяни его. Да, просто я думал, еще под ту пойдет. Все, бросай, все. Не вижу. Сейчас вот, я тебе подскажу сейчас. Я не буду водить, давай. Так, влево пошел. Подожди, не торопись, он сейчас вернется. Ну, хороший, давай. Хороший. Вот это Владимир, ну давай ему спуск. Он сидит у тебя на плетенке. На плетенке сидит. Сейчас, подожди, его. Вон, фрикцион мотает. На плетенке сидит он у тебя. Да. Владимир. Нормально, сейчас. Сейчас я просто не могу подрулить к тебе. Выводи. К тебе подвести не могу. Я ничего не делаю, выводи, говорю. Давай, подводи. Хороший, смотри. Хороший, да? Отличный, хороший. О! Смотри, класс! Вообще. Пойдем подними его. Ага, у тебя здесь еще крючок какой-то в подсаке, смотри. Это твой крючок, что ли? В подсаке крючок прям этот. Может, твой поводок какой-то? Смотри. Твой поводок. Не, у меня тут нету. Вот я кого-то взял. Нет, не вижу какой-то. Класс. Спасибо, то, что помог. Это что, ёлка-палка? Вот фартануло. Вообще. Угу. Звонил, да, говоришь, ты что, сидел, звонил там? Ну, я слышу, Дентин, я тебе это... Ну, класс. О, хорошо засекся. Хорошо засекся за нижнюю губу. Ну, так он тоже. Если бы захотел, мог бы и сорваться там. Потянул немножко. Сейчас его взвесим быстренько. Сколько он весит, интересно. А? Так, сейчас его взвесим. Так, на нуле. Сколько он, интересно, весит? 5 200, 5 198, 5 200, короче. 5 200. Класс, подфартил опять. Проблема в том, что я убежал оттуда, у меня там две донки стоят незакрепленные. Быстрее надо сейчас с ним разобраться, здесь с этим карпом. Посадить его на кукан быстренько. И этот. Так, давай уж, ё-моё. И быстренько побежать там, посмотреть те две донки. Они не закреплены, просто я их положил там на берег и убежал оттуда. Там я даже не помню, фрикцион расслабил, нет. Сейчас там точно утащит, если такой вот клинит. Вообще класс. Сейчас его привяжем на куканчик. А я подошел, леска в натяг стоит. Давай мы тебе вот так двойной кукан тебе, чтобы ты там какие-нибудь чудеса не сделал со своими пилами, которые у тебя на спинном плавнике там есть. Знаем мы твоего дружка, который любит обрезать веревки. Вот так вот. Сейчас мы тебя закинем. Куда-то вот сюда. Чтоб ты бродил там. Вот где вчера карп был. Там и лежи. Нет, здесь что-то мелкое. Надо поглубже место. Поглубже место надо найти для этого звереныша. Вот сюда, наверное, поставим тебе. Сюда. Здесь вот плавай. Плавай здесь. Класс. Слава богу, успел поставить, закрепить. А то вообще переживал то, что пока там с карпом ложусь, как дудочки утащит. Вот здесь вот тоже отдельно поставил две донки. Посмотрим, может, здесь что-то получится.
метрах в 50, наверное, от того места, где я рыбачу. Ну, там для больше, для увеличения шансов. Посмотрим. На эти донки покрывка была. Здесь поклевка была какая-то. Карась, наверное. Холостая клюнула и ушел, походу, дело. Зазвонил, зараза, и ушел. Карась. Снова какая-то подтяжка была здесь. Что-то потянуло. Что там потянуло, интересно. Потянуло и бросило. Карась, наверное, балуется опять. Погода проясняется. Вон там облака рассеиваются. Ветер такой медленный, юго-западный ветер. Свежий воздух после дождя. Дождем пахнет. Классно. Да уж, рыбалка это для тех, кто ее любит, это самое лучшее занятие, наверное. В эти дни карпы меня очень сильно порадовали. Я был одним из самых счастливых людей в эти дни. Классно вообще. Фартит уже третий день подряд. И хорошей рыбы. Не мелкой такой. Даже не средней, а вот крупняки. Ну, по местным меркам, крупняки уж хорошие. Завидные карпы. Сейчас вот еще одну донышку закину. Здесь я... У меня пружина вот такая стояла, кстати. Вот такая пружина здесь стояла. Ну, обычная, классическая. Она не очень хорошо работает. Не знаю, что-то на нее поклевок вообще не было. Поставил вот такой вот, который я применяю. Загрузил он внизу, чтобы он каша вниз вот так вот падала. Сейчас крючок вот сюда приклею. И закину. Вот это получше работает. Ну, по крайней мере, все рыбы на такую снасть были пойманы. Вот на такую. Классная снасть рабочая. Поводок примерно 4 сантиметра. Ну, плюс еще узел, там где-то 5-6 сантиметров получается поводок. Нормально работает он. Здесь вот на дальних донках какие-то поклевки были. Что-то здесь дергалось. Посмотрим, может, рыба какая-то сидит. Провисла леска. Утянуть не смогла, значит. Если сидит, то небольшая рыба, наверное. Кто-то вроде есть. Кто-то вроде там сидит. А, там карась поход делал. Сел. Пока не вижу ничего. Да, он влево-вправо уходит. Карась, наверное. Карасик. Оп, и сошел. Два раза дернулся и сошел. Плохо цепляются караси. На горохах не очень хорошо лайти. Погода под вечер вообще красота. Через часик где-то закат будет. Вон солнце потихоньку спускается. Там карпуша с ума сходит. Пугает меня. Время от времени. Погода очень классная. Сейчас вот потеплее стало, как солнышко начало светить. Греет солнышко, класс. Сейчас еще какой-нибудь карпуша, наверное, долбанет. Такое предчувствие. Там вот еще рыбаки приехали под вечер. Ну, они с ночевкой, наверное, будут ночевать. Карпа увидели у них шары по полтиннику. Понравился им карп. Есть мотивация для того, чтобы сидеть. Посмотрим. Что-то интересное будет, включимся. Поклевка была вот. Рыбаки крикнули. Что-то дернуло. Вот там что-то есть. Что-то есть, что-то чувствуется. Кто-то там сидел.
кто там такой? Что там такое? Кто там такой? Кто-то там есть. Интересно, кто там такой? И куда-то завел, что ли? Куда-то завел. Шел, шел и куда-то завел там. То ли там коряга там, то ли что. Да, зацепился куда-то. А вроде вышел. Вроде вышел. Потихоньку вышел. Куда-то в корягу завел, потом вышел. Рыба-то на крючке еще. Не убежал карась. Карасик. Карась. Да. Вот карась попался. Пугает нас. Думали уж карп. Это карась, оказывается. Хороший карась такой. Лапать, можно сказать. С ладошку такой. Второй карась за сегодня. Иди там, гуляй. На куканчике теперь вас двое. Классная рыбалка сегодня. Фартанула опять, блин, с этим карпом. Вообще фартанула. Вон он там сидит. Время от времени бывает спрыгивает. Душу мне в пятки сгоняет, там пугает меня. Бомба вообще, а не карп. Торпеда. Сижу, яблоко кушаю. О, как тянет. Вон как тянет. Вон как тянет. Рыбаки кричат, у тебя там клюет. Натягивает. Кто-то есть там. Кто-то там есть. Кто-то там есть. Кто там? Что там за зверь попался? Карась. О, он как гнет. Эта удочка тонкая. Поэтому он водит там. Карась. Может даже не карась. Может быть карпик маленький. Посмотрим сейчас. Он в сторону повел. Нет, это карась. Вон как. Или карасик, или карпенок. Карпенок маленький. Маленький карпенок это. Иди сюда. Ох, какой забияка, карпенок. Карпенок где-то полкилошный такой. Карпенок полкилошный. Такой небольшой карпик. Хорошо засекся за нижнюю губу. Он как засекся. Сейчас покажу. Он прям в нижней губе у него этот крючок. Вон он прям. Четкая засечка. Такой уж не сходит. Вот крупный тоже так же засекся. Вчера 7-килограммовый. Сейчас посмотрим. Маленький карпенок. Такого отпустить надо, пусть плавает. Вырастет, потом большого поймаем. Вот такой вот, хорошенький. Ну, такой где-то полкило есть, наверное. 600-700 грамм. Иди, дружище, плыви. Бабушку и дедушку иди зови. Иди, дружок, плавай. Давай. Бабушку и дедушку позови там. Вот, пошел, красавчик. Малыш, иди. Вырастешь потом, поймаем тебя. Килограммов на 10. Не хочет уходить?
Такой вальяжно пошел. Сейчас пока в себя придет. Пошел, красавчик. Класс. И два карася попались. Хорошие. Грамм по 300, по 400 такие крупные караси. Сейчас я их почищу. Классные караси вообще. Хорошенькие. На червя поставил, да, ты? А? На червя поставил? Ну. Что-то уже клевал, да? На червя тоже можно попробовать для ради интереса. Раньше. Вот ночью на червя карась идет отлично. Да? Окунь не идет ничего ночью. Ну, надо пробовать, но. Что-то на червя уже, не знаю, уже давно не рыбачил, наверное. Полгода точно, наверное, уже не рыбачил. Вон. Есть какая-то поклевка. Сидит? Как кусок, наверное. Да, вот проблема с этой мелочью, то что она замучает. Пару-то донок ладно там, а если несколько донок поставишь, то с червем, наверное, спотеешь. Уклейка. Ну тебе-то зачем это нужно? Дуреха, бля. Уклейка, да, верховка это. Иногда на горох попадается тоже. Сейчас собираться буду. Не, одну вещь попрошу. Один колокольчик не оставишь? Да, без проблем. Отдам. Да, я тебе этот оставлю. Тебе сейчас надо? Не, сейчас я раз. Напомнишь мне, я тебе дам. Ага. Короче, буду собираться сейчас. Классная рыбалка сегодня была. Такая вот. Такой классный карп попался. Тихо, блин, всего забрызгал, зараза. Вообще психованный, короче. Всего обрызгал. Такой вот мощный парень попался сегодня. С кукана не убежишь. Сейчас камеру вытру. Такой вот красавчик. Сейчас, если получится его в руки взять, а то он мощный вообще. О, какой красавец. Вообще мощный. Тянул как танк. Под удочки завел там. Хотел все спутать, но не получилось. Классно. Ставьте лайк, пишите комментарии. Давайте всем пока. Увидимся в следующем видео. И будем ловить еще монстров. Надо поймать еще большого монстра. Килограмм на 15, на 20.